Итак, суббота — день ленивый. Что мы будем делать? Будем готовить. У нас есть такой вот огромный список продуктов уже на столе лежащий. У нас здесь есть лук-порей, брокколи, капуста, картошка, батат, лук белый, красный, цукини, морковь, зеленый лучок, грибы и фарш индюка. Сейчас мы со всего этого постараемся что-то приготовить. Итак, мы все уже готовим. Здесь у нас будет крем-суп из лука-порея, брокколи, немного картофеля. Здесь у нас тушеные грибы с кабачками готовятся. Здесь обычный жареный картофель. Ну и котлетки с индюшатиной. Вот такие они будут у нас получаться. Сейчас расскажу более детально, как что готовится. Итак, для приготовления крем-супа нам надо лук-порей, брокколи, немного картофеля. Лук-порей мы нарезаем мелко и немного его тушим в кастрюле перед добавлением всех последующих ингредиентов. Протушиваем его, прожариваем на среднем огне и с добавлением масла, конечно же. Потом добавляем брокколи, картофель, заливаем водой, так, чтобы не сильно много, и ставим вариться. А в конце мы его просто заблендерим. Так, что касается тушеных грибов с кабачками. На первом этапе у нас лук-морковь, мы их поджариваем немного, добавляем грибы. Когда грибы выпустят всю свою влагу, мы добавляем кабачки, цукини, можно их еще назвать. Тоже тушим все это на среднем огне до полной готовности. Специи добавляем по вкусу. Что касается наших котлеток, котлетки мы брали фарш индюшатины, добавляем туда лук, морковь. Это либо мелко нарезаем, либо блендерим.
И все. Делаем котлетки, формируем кто какие хочет. В зависимости от размера вы ставите от 30 минут до полутора часов, чтобы они запекались в зависимости от вашей духовочки. И ждете. Чеснок добавлять, я бы сказал, обязательно. Он кардинально изменяет вкус.